человек боится выйти на путь Аллаха, так как есть сомнение, что он боится, что у него будет показуха, будет лицемерие, тем самым он проиграет эту сделку. Это вопрос, что внушает человеку шайтан, что он не делал никаких хороших, не только на путь Аллаха джихад, любое деяние. Если когда такие мысли приходят, если деяния оставлять, человек никакие деяния не будет делать. Давай сейчас не будем молиться, что люди скажут, может, хороший человек молится. И так давай его за не будем держать, Рамазан месяц, за то, что твои соседи не держат, о, машалла, это хороший, чтобы показуха будет. Нет. Оставление деяния за показуху, думая, это тоже является большим грехом. Джихад фарду айн, старайся исправить намерение и дальше таваккал Аллах. Иншаллах, субхану ва та'ала, за твою искренность тебе даже облегчит этот очистить намерение, иншаллах.